Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, канал на YouTube Тагир ТВ. И сегодня мы в очередной раз снимаем для вас рубрику под названием «Карпаркинг мультиплеер. Реальная жизнь». Всем привет! Сегодня мы будем путешествовать на нашей тачке за долгами. Мы должны уже были давно долги свои заплатить за коммунальные. Сейчас мы вот съездим там на работу. Кстати, вы не знали то, что мы устроились на работу? Мы работаем там, как вам объяснить? Мы владельцы одного магазина, то есть Макдональдсов, ну и еще одного кое-какого магаза. Вот смотрите, какая у нас клевая новая тачка Ферыч. Кому нравится, ставьте лайк. Смотрите, так, сейчас заводим, залазим. Где я? Во. Вот, все, норм камеры. Так, сейчас камеру от первого лица сделаю. Так, ой, извиняюсь, ребята. Так, все, поехали. Так, значит, мы едем в магазинчик. Так, сюда. Сейчас, так, сейчас, пока на стоп поставим, так, ребята, извините за то, что сейчас поставил на паузу, мне кое-куда надо было сбегать. Так, едем дальше, мы не будем так уж сильную скорость превышать, это все-таки мост. Кстати, я научился вроде нормально водить от первого лица. Раньше я вообще как нуб водил. Вообще, конкретный нуб. Так. Вот смотрите, наш магазинчик находится вот в этой области. Короче, в городе. И заодно заглянем в наши любимые Макдональдсы. Так, тормозим. Так, ок. Поехали, гоним. Так, о, стоямба, опять на мост заезжаем, только вот такой вот. Так, сюда заезжаем и сейчас будем спускаться. Наш магазинчик находится в, в более низкой области, а то... Вы, наверное, подумали, что мы сейчас будем ехать наверх. Нет. Вот, смотрите, сейчас. Вот, примерно вот... Если честно, я даже не запомнил, где магазинчик. Мы недавно, вот, буквально позавчера устроились. Сейчас. А, вот он, блин, зачем я спускался? Так. Сейчас заедем в магазинчик. Заберем... денежки. Сейчас я быстренько выйду. Так, стоп, паркинг заглушаем. Так, сейчас выходим. Так, все, закрываем. Ладно, go в магазин. Так, все, короче, мы забрали деньги из магаза. Сейчас. Садимся в тачку. Так, давай езжай. Сейчас. Так, теперь едем... Банк там. А, да, забыл. Или со стройки можно было сразу забрать. Вот, да, банк? Да. Вот. Становись прямо здесь. Сейчас. Так. Сейчас вот припаркуюсь, норм. А то нифига не норм. Сейчас. Вот так. И... А, нет. Здесь пешеход. Вот. Ок. Все. Идеально. Так, влазим, заглушаем, выключаем. Сейчас. Быстро мы... в банк. А, где вход? А, это дом. А, с другой стороны вход. Вроде.
Так, сейчас быстро по газончику пробежи. А, стоп, а здесь что? Опа! О, ни черта себе, это что, как бы лайфхак? Ух, нифига себе, а что там? Ни черта себе. О, я показал вам кое-что новое. Так. Ладно, сейчас мы быстро обойдем. Так, ребята, поднимаемся. О! Ой. Блин, я был здесь. Оказывается, это правильно, это был вход в банк. Так, ну все, ладно, входим. Сейчас быстро. Так, ребята, мы сейчас забрали наши бабосы. Теперь, сейчас, на счету у нас, так, здесь в банке, мы не все, конечно, взяли, сейчас быстро сбегали в банк и немного это, с банка денежек содрали, 1030, наверное. Так, ладно, давай. Сколько нам еще нам осталось? Сейчас это, еще в Макдональдсе наши забежим. Быстро. О, господи. Ух, нифига себе. А, можно отсюда. Да-да-да. Но это не легкий. Такое чувство, как будто это для пешеходов. Так. Господи. На червя похож этот путь, господи. Как его проехать-то, господи? Сейчас. Так, стоять. Господи. Зачем я здесь поехал? А ладно, к черту уже. Это уже не важно. Потому что я выезжаю отсюда. Наконец-то. Все. Ух! Мы преодолели самую жесть. В кавычках. Так. Теперь мы поедем в наш Макдональдс. Быстро сейчас там деньги заберем. Там уже, наверное, накопилось. Мы давно-давно не собирали. Так. Что у нас здесь? Чё? Какого лешего? Какого фига? 5000. Ну, почти 6. Мы давно не заходили. Должно накопиться штук 10 тысяч, наверное. Накопилось только 5. Норм. Ок. Ладно. Пофиг. Я уже все слова произнес. Так. Тогда едем в пустыню тогда. Заодно и прокатимся. Вы заметили то, что в каждых сериях про реалку... Про реальную жизнь мы всегда катаемся по всей карте. Нафиг. Так. Вот такая у нас, наверное, сегодня получится серия. Как мы будем путешествовать по всей карте, чтобы забрать деньги. Ладно. Ох, нифига, здесь она разгоняется. Уже по 200 почти что. Давай 200! Клёво. 200 км в час. Нормально. Так, опять гоним, не сбрасываем скорость. Нет, ну конечно, Ферыч топит. Не зря мы такую выбрали тачку. 230, 240, 250, 260, 270. Ой, не надо так гнать. Ну, короче, почти 300. Офигеть, и из-за этого у нас кончился бензин. Ой, что я поворотник-то крутил? А, доедем без разгона. Наверное, доедем. Да, доедем. Чуть-чуть подгонять будем. Так, можно уже, в принципе, сейчас скоро тормозить. Мы едем 140. Норм. Так, бережем мы топливо, бережем. Так,
Вот первая заправка наша. Так. Сейчас. Так. Все, да, есть. Все, не подорожал бензин. Бензин. Так. Сейчас. Быстро подзаправимся. Опять наша с вами любимая привычка не заправляться в то время, когда это нужно делать. Офигеть. Так, ну хотя бы она, наверное, бы сейчас быстро заправится. Ух, хоть бензин не подорожал. Это уже хорошо. Сколько там осталось? Так, ребята, вот мы уже заправились. Давайте едем дальше в наш Макдональдс. Может, даже перекусим там. Если честно, я уже утомился ездить, блин. Господи. Так, давайте. Камеру любименькую мою ставим. Так, Мак. Мак на горизонте Макдональдс. Заезжаем. Заворачиваем. И паркинг, 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 паркинг. Паркинг. Нет, нехороший паркинг. Сейчас быстро. Норма, встанем. Нормально встанем. Так. Чуть-чуть покорябалось. А, пофиг, вообще пофиг. Нафиг надо. Так, заглушаем. Выходим. Закрываем. Паркинг ставим. Заглушаем. И закрываем. Входим и закрываем. Так. Так, тачка наша здесь. Мы же здесь Мак покупали, да. А, стоп. Ой, мы здесь... А, да, мы здесь не покупали Макдональдс. Ладно, давайте хоть здесь пожрём. Это наш любимый с вами Макдональдс. Мы всегда здесь кушаем. Так, где там ход был? Блин. Господи, как кушать хочется. Так, о! Так... Здравствуйте, дайте, пожалуйста, так, гамбургер, биг гамбургер с рыбой, один, пожалуйста, колу холодную со льдом и мороженое какое-нибудь, это, ну, карамельное, пожалуйста. А нет, стоп, стоп, ананасовое, ананасовое. Хорошо, сейчас будет. Так, садимся, располагаемся. Вот сюда сядем. Прямо у окошка. Так. Сейчас подождем, когда она приготовится, это блюдо. Так, вот у вас гамбургер с рыбой, холодная кола и мороженое. Так, а мне... как вкусно. Ребята, давайте... Так. Ребята, всё. Давайте следующую серию продолжим, пожалуйста. Ну что ж, ребят, с вами был канал на YouTube Tiger TV. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем удачи и всем пока. Ждите следующей серии.